Что такое добыча биткоина? Биткоин работает по принципу одноранговой сети. Это означает, что любой, кто использует биткоин, является крошечной частью биткоин-банка. Но откуда берутся биткоины? Печатью и распространением обычных бумажных денег занимается правительство. У биткоина такой централизованной власти нет. В сети биткоина добытчики производят математические расчеты при помощи специального программного обеспечения. Взамен они получают определенное количество биткоинов. Это разумный способ выпуска валюты и также является стимулом для привлечения новых добытчиков. Поскольку добытчики необходимы для осуществления биткоин-транзакций, большее их количество повышает безопасность сети. Биткоин-сеть автоматически изменяет сложность математических задач в зависимости от скорости их решения. На первых этапах биткоин-добытчики решали эти математические задачи при помощи процессоров своих компьютеров. Скоро они выяснили, что видеокарты для компьютерных игр подходят для этого куда лучше. Они быстрее, используют больше электричества и генерируют много тепла. Первый коммерческий биткоин-набор для добычи включал в себя чипы, которые были запрограммированы для добычи биткоина. Эти чипы были намного быстрее, но очень энергозатратны. ASIC или специальные интегральные схемы разработаны специально для добычи биткоина. ASIC-технология сделала добычу биткоина еще быстрее, при этом энергозатраты значительно меньше. По мере роста популярности биткоина, все большее количество добытчиков присоединяются к сети, и отдельным людям все сложнее справиться с решением математических расчетов. Чтобы решить эту проблему, добытчики изобрели так называемые пулы. Это группы добытчиков, которые совместно быстрее справляются с расчетами, и каждый добытчик вознаграждается пропорционально своему участию в работе.